Вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». Сьогодні говоримо про законопроект про легалізацію медичного канабісу, про те, що він наразі на доопрацюванні. Зараз з експертами будемо обговорювати всі за та проти цього законопроекту, такої так ініціативи. В наших гостях сьогодні Андрій Осадчий, лікар, магістр медицини, директор з розвитку ОПМЦ. Він виступає за легалізацію. І Юрій Лавров, колишній наркозалежний психолог та керівник громадської організації, яка займається реабілітацією так колишніх наркозалежних, називається вона «Снайпер». Я вас вітаю. Ну що ж, Андрію, почнемо з вас. Перш за все, хочу попросити, в нас сьогодні така тема делікатна, будуть кардинально різні альтернативні так думки, один одного поважати. Тобто формат такого невеличкого батлу може бути, але поважаємо, з повагою, добре? Андрію, вам слово. Чому ви виступаєте за легалізацію медичного марихуани? Если мы говорим о легализации медицинской марихуаны, то выступаю не только я, но, в общем-то, большая часть сознательного медицинского сообщества, врачебного сообщества, потому что есть ситуации, в которых данные препараты просто необходимы. Эти препараты ждут онкобольные дети, эти препараты ждут, в принципе, онкобольные. Эти препараты ждут пациенты с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона. Эти препараты также необходимы для людей, которые получают лечение от ВИЧ-инфекции, пациенты, которые проходят химиотерапию. То есть есть много групп пациентов, которые нуждаются в препаратах медицинского каннабиса. Это если коротко говоря. Как эти препараты влияют? Ну, например, вот, говоря о антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции, при СПИДе, данные пациенты изначально достаточно истощены, плюс эти препараты снижают аппетит. Вот препараты каннабиса, к примеру, в данном случае, они восстанавливают аппетит, и проведены исследования, около 70% пациентов, которые в США, например, получают такие препараты, они не только не теряют вес, но и набирают вес, это очень важно. Аналогичная ситуация складывается и с химиотерапией. Пациенты, вот, на самом деле, тот, кто сталкивался с онкопатологией в жизни, он знает, как тяжело, условно говоря, накормить онкопациента и насколько важен набор веса, потому что отсутствие набора веса и там некоторых показателей крови изменения, в том числе гемоглобина, оно может явиться барьером к переходу к следующему этапу химиотерапии. То есть человек просто потому, что у него снизился вес и там он не набрал гемоглобин, некоторые показатели крови изменились, он может не перейти к получению химиотерапии, которая ему жизненно необходима. Так вот, препараты каннабиса, они помогают снизить тошноту и улучшает аппетит. Более того, при депрессивных и депрессивно-подобных состояниях тоже очень эффективно такие препараты. Дело в том, что вы же понимаете, что онкобольные пациенты так или иначе находятся в подобном состоянии. Очень важный момент, что применение каннабиоидов, есть такие исследования уже, помогает, вот это важный момент, я подчеркиваю, снизить дозу опиатов. Опиаты – это препараты, которые вызывают привыкание. Это опиоидные анальгетики. Так вот, применяя препараты каннабиса, есть возможность снизить дозы опиоидов. Это очень важно, потому что на сегодняшний день адекватное обезболивание в Украине – это проблема. И опять же, тот, кто вплотную сталкивался с необходимостью обезболивать родственников, к сожалению, вынужден иногда приступать к закону, искать препараты, как-то договариваться с докторами, которые тоже нарушают закон, и сказать, что этого нет, но это будет ханжество с моей стороны, потому что они стараются помочь. Иногда пациенты, их родственники обращаются к наркодилерам, чтобы достать какие-то препараты, чтобы обезболить человека, поскольку болевые эффекты при онкопатологии такие сильные, что человек просто может кричать сутками, и выписанные дозы того же морфина, но такое у нас законодательство, что ее просто не хватает. И родственники только и заняты тем, что поездками за препаратами и выпиской. Вот такие, это очень кратко я сейчас сказал. Плюс очень важный момент, есть так называемые фармакорезистентные формы эпилепсии. Это 20-30% эпилепсии, которые не поддаются лечению обычными препаратами. Вот в этих случаях тоже эффективно работают препараты каннабиса. Но это коротко. Сейчас дадим, наверное, слово Юрию, чтобы он высказался. Да, знаете, Юрий, ваша думка, вы
проти так легалізації медичного канабісу, саме медичного чи загалом легалізації так от канабісу? Поясніть. Да, я внимательно слышал Андрея. Действительно, с точки зрения медицины, Андрей довольно-таки все корректно объясняет. И действительно, это есть это место быть. Да? Ну, смотрите, какая ситуация у нас в стране. Да? Я более 18 лет имею опыт в этой среде. Да? Вот Андрей говорил за опиаты, и там, за далее. Более многие препараты, которые содержат опиоидные, кадеиновые и так далее содержание. Совершенно точно. У нас как происходит? Понимаете, у нас ментал нашей Украины с того еще 2000 года по сегодняшний 2021 он не изменился. Там, где человек видит возможность, тот же врач, да, вот Андрей тоже с этим согласился и абсолютно, ну я понимаю, потому что это было бы неправильно сказать, что у нас сейчас это все можно абсолютно легко добыть. Тоже, допустим, опиоиды, да, вот опиоиды. Тоже для ВИЧ-инфицированных. Был заведен такой препарат с 2004 года, называется метадон, программный. Заменительная терапия. На самом деле, оно должно было быть действительно точечно для людей, которые больны, для того, чтобы снизить дозу. Да? Это все пришло с той стороны, которую проговорил Андрей, Америка. Да? Там, где европейский менталитет, там, где люди понимают ценность того, что они делают, там, где понимают ценность того, кто там как работает. Да? Что происходит у нас? Я работал по всей территории Украины. Я в Союзе наркотического сообщества состоял, то есть я знаю абсолютно всю Украину и объездил очень много метадоновых программ, начиная от Западной Украины, заканчивая Днепром, Киевом и так далее, далее это подобное. Да? Что происходит в Украине? Тот препарат, который метадон, он находится, скажем так, под запретом и выдается лично в руки человеку, который болен. Да? ВИЧ-инфекция для того, чтобы снизить опиоидную зависимость и человека вывести в ноль, чтобы человек имел здоровый образ жизни. Происходит у нас, что у нас стоят на программе, я лично общался, люди, которые употребляют алкоголь. Вопрос, как туда зависимый алкоголем стал на метадонную программу? Кто это отследил? Кто это контролирует? Кому задать вопрос? Никому. Почему? Потому что наш менталь называется дикари. То есть абсолютно легко объясняемый. Там, где мы видим деньги, возможность заработать в Министерстве здравоохранения, все туда ныряют, распаковывают. Тобто я правильно вас розумію, ви кажете про те, що в Україні не готові так контролювати. Я же зараз йому скажу, да, от те ж саме, що зараз говориться, да, ми зараз прикриваємося дітьми, ми зараз прикриваємося онкобольними, ми прикриваємося всім, але ні один препарат у нас в Україні не контролюється. Я можу їх десятки перечислити, які ми можемо купити, які повинні були йти по рецептам, їх можна купити в аптеці. То ж саме, що буде з цим канабісом, да? Где гарантия того, что он будет идти именно точечно больным? Где гарантия того, что завтра, через там, 3 месяца мы в аптеках его покупать не будем? Потому что вот у меня на реабилитации, да, сколько я занимаюсь этим, уже более 6 лет здесь в Днепре, почему-то люди, употребляющие препарат, который точечно выдается по рецепту, но они на нем кайфовали. То есть поэтому я против чего? Я не против того, чтобы помогать детям, я не против того, чтобы там, препараты медицинского характера послабляли боль. Это действительно, если это место быть, потому что я тоже с этим сталкивался, когда тестю отрезали ногу, мы искали эти препараты, да, действительно, ну, не буду называть название, но я их покупал незаконно в Киеве в аптеке. Я, потому что это реально есть это место быть. У нас до тех пор, пока будут это позволять делать, мы это будем делать. То есть, ну, это есть правда. И скрывать такие вещи, но их нельзя. Это же самое, как бы, каннабис. Андрей говорит абсолютно правильные вещи. Когда это, спасибо, это приходило точечно детям, контролировать, из-за кого-то это был бы спрос, что это какой-то один выйдет за пределы больницы, это посадили бы человека, тогда это можно было бы контролировать. Но гарантии нет, что у нас найдут возможность на этом зарабатывать. И там в 2023-2024 году мы спокойно, как и остальные препараты, будем покупать в аптеке. Поэтому я считаю, просто мы пока не готовы. Ну, к сожалению, мы пока не готовы. Может быть, из-за этого люди страдают, но сказать, что мы к этому готовы, это очень тяжело, это большая ответственность. Поэтому я вообще, честно говоря, категорически против того, чтобы это заводилось на уровне того, как заводятся остальные препараты. Так, Андрей, как оно має працювати у державі, аби воно надсилалося тим самим нужденним? Так от. Юрий затронул на самом деле очень правильную тему. Я понимаю абсолютно его точку зрения. И разделяю беспокойство в каком плане. Действительно, получается парадоксальная ситуация у нас.
В некоторых аптеках, допустим, банальный кетонов, ну это группа нестероидных противовоспалительных препаратов, он попал в список, в котором некоторые, ну не во всех аптеках можно его купить, потому что аптеки придерживаются определенных нормативных актов, да, а по большому-то счету обычному человеку он может быть необходим просто в случае сильной зубной боли для того, чтобы дождаться приема стоматолога. Или в случае там, боли в спине, к примеру. Поэтому имеется такая парадоксальная ситуация, когда обычные граждане, которые нуждаются в том или ином препарате, они его получить не могут, а другая категория граждан, которая волей судьбы так сложилась, что употребляет эти препараты, я не буду давать этому позитивную или негативную оценку, просто вот как факт, допустим, назовем наркозависимый, да, они все равно найдут, где купить этот препарат. Они знают эти аптеки, и есть такие аптеки, к сожалению, по Украине. В каждом городе есть и не одна такая аптека. И есть, к сожалению, нечистые на руки люди с медицинским образованием. Я не могу их назвать коллегами, потому что я считаю, что это на самом деле серьезное преступление. Поэтому, насколько я понял то, о чем говорит Юрий, должна быть отлажена очень четкая система контроля, чтобы данные препараты были направлены строго целевым группам, и они находились на строгом учете. Вот в таком случае, если в вновь созданной структуре, которая называется НСЗУ, Национальная служба здравоохранения Украины, если удастся отстроить такую систему и действительно исключить те моменты, о которых говорит Юрий, когда препараты будут попадать тому, кому надо, и в том количестве, в котором надо, это будет нормально. Я коснулся темы обезболивания, в принципе. Ведь в Украине как хосписная помощь, это помощь тяжелобольным пациентам, она на самом деле только сейчас развивается. Суть хосписной помощи в том, чтобы не обезболивать, а вводить препараты, когда еще не начало болеть. То есть это для паллиативных пациентов. Паллиативные пациенты, пациенты, которых нельзя вылечить. Это я просто коснулся темы еще обезболивания, раз мы уже затронули этот момент в принципе. То задача хосписных центров вводить препарат дозированно до того, как пациенту стало плохо. То есть обеспечивание качества жизни, обеспечивание достойного ухода человека из жизни. То есть все вот это требует отстройки и очень четкой законодательной базы. Но здесь вот я немного, может быть, не соглашусь с Юрием в каком плане. Здесь дело не только в МОЗ. Здесь ведь еще должны и структура МВД очень четко подойти к этому. То есть бывают случаи, когда врач вынужден ввести лишнюю ампулу, это можно обосновать, но потом врач сидит и отписывается часами, и, то есть ему, условно говоря, просто портят жизнь, потому что он правильно выполнил свои обязанности. И всегда найдут, к чему прицепиться. Это тоже реалии сегодняшние. Поэтому только строгая контроль и только полное подведение нормативной базы и соблюдение правил на каждом этапе. Вот тогда это будет работать. Скажите, от якщо все ж дітям та тим, хто так потребує цього, будуть надаватися канабіс, так аби вони не відчували болю, чи виникатиме в них наркозалежність? Смотрите, з часом, ну, от як і коли можна припинити, от цей момент цікавить. Можете як лікар пояснити? Суть яка? Діло в тому, що не треба представляти, що всім роздають, в общем-то, папіроси, забиті канабісом, і всі, значить, діти, допустим, сидять курять. Ну, є форма в виде масел, які употребляються, є форма в виде таблеток з екстрактами. Тобто, по большому счету, це теж в кожній конкретній ситуації це відстраюється, це дозируется, и в принципе каннабис вызывает привыкание, ну, не так быстро, как многие другие синтетические препараты, которые как распространенные сейчас в Украине, к сожалению, соли, которые помимо того, что вызывают быстро привыкание, они вызывают неконтролируемую агрессию и суицидальную наклонность. И это факт. Когда соли появились в Украине и в сопредельных государствах, очень резко выросли уровни бытового насилия, и очень резко выросли суицидальные наклонности у подростков. Соль, она дешевая, ее очень легко достать, пожалуйста, на редком заборе не написаны телефоны, там, по которым можно это заказать. Есть группы в Телеграме, все это очень доступно. Поэтому в данном случае каннабис – это, ну, я бы сказал, меньшее из возможных зол, наверное. И мне кажется, что Юра со мной в этом, в общем-то, в целом согласится. В целом.
да. Если брать с точки зрения того, что сейчас происходит в общей картине, да, мира, да, вот на период Украины, да, то какие там сейчас дизайнерские наркотики, их сейчас действительно, они настолько психотропны, что человек может после первого раза и не вернуться больше, ну, в осознанное состояние. То же самое там соли, спайсы, там действительно. Да, конечно, если брать с точки зрения того, что и как бы из самого злейшего искать меньшее злейшее, то да, в принципе, каннабис тогда считается более лояльним наркотическим препаратом. Щодо залежності канабісу, що ви скажете? Ну, подивіться, там я теж эту точку зрения там как бы так такого прослушивал, ну, скажем так, изучать не изучал, да, ну, прослушивал и понимал, что там есть минимальная там каннабиоиды. То есть там минимальная доза вообще там практически нет, да. Ну, сам каннабис, понимаете, как, я как бывший зависимый могу сказать, да, его в принципе, если он является природным, является это, то он, ну, он не сильно травмирует психику. Да, есть определенные травмы, есть определенная... А как может, если может впливати, то как может негативно впливати каннабис? Ну, негативно все равно привычка есть, да. Угу. Вообще просто любая зависимость, она как, знаете, формируется зависимость от алкоголя. Формируется зависимость от алкоголя только лишь после первой рюмки или после первого бокала вина. Это вот, понимаете, алкоголиком человек не становится уже, когда он пьет ведро. Человек становится алкоголиком только лишь тогда, когда он взял первую рюмку вина и выпил. Потом эта зависимость вовлекала в определенное его последующее употребление, да, системативное употребление, и через год человек под забором. Вот то же самое, как и любой наркотик. То есть человек не сможет стать наркоманом с первого раза. Я знаю массу людей, которые один раз выпили, и по сегодняшний день они, как, знаете, как черт ладана боится. То есть для них алкоголь — это все, это вот, ну, табу, это запрет. То же самое, как и наркотики. Человек может попробовать один раз каннабис, покурить, пойдет рвотный рефлекс, прорыгаться плохо, там, определенного рода передозировка на уровне физического воздействия, и человек будет, никогда не возьмет ни наркотики, ни алкоголь. А есть люди, которые склонны, там, генетически, психологически, и, то есть есть потенциально изначально уже человек, он до первого раза. Вот попробовал и влез. Все. Объяснить это на уровне даже медицины, это очень тяжело, потому что там очень много характерных факторов, почему человек становится зависимым. Родители, среда обитания, генетическое, само детство, как родители вели себя в той жизни там, и так далее, далее. То в конечном итоге страдает тот, кто сейчас же находится в жизни. То есть вот, понимаете, это, если вот правильно Андрей сказал, да, если это создать комитет, который обязовался бы, да, ну, обязуется, да, создать определенные формы контролирующего органа, который будет выделять, это, контролировать этот медицинский каннабис. И действительно, я понимаю, о чем говорит Андрей, так как приходит человек, и действительно иногда такая боль адская, что просто, ну вот просто, да, а врач не может выписать тот же препарат, начинает искать, там действительно есть это место быть, там у наркодилеров или там незаконных аптек, а покупать его в три дорога дороже, там, или в пять раз дороже, чтобы убрать эту боль. Этому есть место быть. Но, понимаете, я же почему и сказал, что наше государство, наш менталитет, он не готов к этому всему. Так как с 2000-го, когда я сам влез в эту проблему, это, представьте, 20 лет назад, и по сегодняшний день ничего не изменилось. Наркоманов меньше не стало, алкозависимых меньше не стало, препаратов, которые покупаются незаконно, меньше не стало, людей, которые берут взятки, меньше не стало, люди, которые можно взять в аптеках, меньше не стало. Только становится все больше. И просто, как Андрей сказал, да, вот я полностью, то есть просто наркотик становится чуть совершенным. Если раньше это ты шел к человеку, который продает, к барыге, да, простым словом, ты взял наличку, заплатил, взял наркотики, то сейчас ты просто взял, открыл телефон, вел там телеграм, скинул деньги, пошел. Ну, на жаль, така доступність лякає. Просто легко. Особливо така доступність для підлітків, бо ці всі написи, вот, телеграм-канали, вони ж просто на школах, біля школах, в гаражах. Дякую за вашу думку. Що ж, наш час спливає. Сьогодні в наших гостях були Юрій Лавров, колишній наркозалежний, психолог, керівник громадської організації «Снайпер», та Андрій Осадчий, лікар, магістр медицини, директор з розвитку ПМЦ. Говорили про законопроект про легалізацію медичного канабісу, про те, що він наразі на доопрацюванні. Обговорювали всі за та проти. Дякуємо, що були з нами. Побачимось незабаром.